Здравствуйте, мне Марина Аутнаумова, я снова в мире в режиме штанги лежа. Сегодня, 21 апреля, я провожу тяжелые тренировки. Завтра у меня день рождения, мне исполняется 13 лет, и я готовлюсь к чемпионату Европы в Сочи и попытаюсь показать достойный результат. Всем спасибо. Сильно снизу работаешь, с настроем и пошла, работай. Как палочку надо жать, как палочку. Пошли, работай. Ну, что ты снизу, замешка, ты что? Легко как палку вытаскиваешь. Снизу добавишь, она у тебя 70 минут. Чёрт, ты работаешь, жёстко работаешь. Жать! Все. Все, отдыхай, помочь. У меня случай был, чем 60 лет, ты знаешь? Да, уверен. Щетки выживут. Сын работает, на взрыве снизу работает. Учись взрывать на маленьких весах. Контролируй движение. Немножко без контроля. Раз, не торопись. Четко работает, четко. Никто, да, его не подумал. Нет, тогда в те времена и писарейбер Кулнович поднимали. Больше не было. Не мало. Жить. Пошли! Все. Все, понятно, что не пахнет.